HLNA, a fractal personality designed to be your guide. Just listen to me and you won't get yourself killed. Probably. I'm new at this too. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпаута. Сегодня будет видео про Арк Генезис, наконец-то он вышел, и мы вот решили на него пойти, так сказать, благополучно. Извиняюсь за FPS, но разработчики Арка, они, конечно же, обещают пофиксить какие-то ошибки и тоже пофиксить FPS, потому что оно очень сильно в Арке упало. Даже вот я настраивал настройки, которые у меня были, и анимацию тоже настраивал, все равно что-то FPS упал и странная анимация некоторых Дина. Ну что ж, ладно, приятного просмотра. В районах миссии нельзя строить. Так, и здесь находятся определенные миссии. А, кстати, стойте, нажмите на И, и у вас появляются новые вкладки слева сверху, справа сверху точнее. На И какую? Английскую? Список миссий, вот как раз таки. И тут куча миссий лунные, арктические, видишь, и там разные, типа Dodo Ball и тому подобное. Ё-моё. Правда, перевод хреновый, но какой есть. Ну давай, болотный биом, и что нам тут сделать надо? Нормально. А рыболовную сеть они перевели как рыба чистая. Я не рофлю. Ну, допустим, где ближайшая для нас миссия? Она находится где-то... Dodo Ball пика... Ого, это си... О, Dodo Ball здесь можно поиграть. Награда... Награда идет. Это просто для прикола миссия. Чтобы просто с пацанами порофлить. Так это... Как... Чем мы выполнить-то должны? Ну, просто выполнять задания, и когда мы выполним все задания, можно пройти финальный тест как раз-таки вот у Хелены. Вот это вот. Протокол прибытия. Гонка вдоль болотных озерков. Избежать ядовитых газов и других опасностей. Но не застрять в этом дерьме. Ты чё сразу сложное выбираешь?
Додобол, ё-моё, для мужиков. Блин, а почему нельзя вот просто додобол гамма попробовать? Ну, ладно, митинг болота давайте. Тут от 1 до 5 играть может. Какой, гамма или какой? Гамма. Давай, да. Гамма. Ну трек давай. Трек миссии жать. Она вон там вот. Пацаны, нам до тут далеко достаточно, мне кажется. Ничего. 1,5 километра, блин, мне кажется, выжить. Пока дойти. Ну пошли, ну, да. Пофиг. Вова занимается птером, как Вова это настоящий мужик, он ищет птера. Только не подходите к роям Blade Wars, потом они вас съедят нахрен. Они слишком опасны. Слушай, ты больно много знаешь для начального игрока на этой карте. Да я, ё-моё, еще до этого знал все это. Я читал. О! Музыка заиграла, фак. Страшно. Давайте не это, не расходимся. Все на все вместе. Да идем вроде. Паркур, давай, паркур. Ну она вообще нормально так вот болотный биом у меня жрет. Да вообще, красивенько. У тебя тоже жрет? Не, у меня 60 FPS стабильно. У меня 40-50. Ну. У меня что-то маловато. Может потому, что у вас растительности меньше? У меня все на максимум растительность. Вы чувствуете, как будто я где-то, не знаю, в джунгли бегаю. Подождите меня, я устал. Я не такой прокачанный по скорости и выносливости, как вы. Он хотя бы ягод поем. Кстати, насчет ягод, это хорошо. Кстати, насчет всего, я вообще просто без одежды. Дилофазаур, осторожно. Ну это диф какой-то вообще. Ну это понятно, да, но просто, блин. На, сука. На, падла. Нифига ты его убил. На чё? Ты с луки его забав? Нет, топора. А, ничего себе, ты дикий. Пипец 48 тут... урона. Пипец тут у муравьев, вы шутите? Бегите, спасайтесь, кто может. Стой. А кто там, раптор? Понял. Он 45-го. Блин, а мы можем тебя спасти как-то? Ничего себе у него окрас. Блин, а меня муравьи жрут, знаете. Они все такие красивые, ё-моё. Хорош. Хорош. Валим. Опа! А! Еще новый претендент на сражение. Гори, сука! Я вам сейчас это приведу. О, за мной стая муравьев летит. Не надо никого нам приводить. Блин, за мной муравей тоже идет. Уходим. Что вы делаете? Упала. Хватит все жечь! Уходим отсюда. В натуре FPS падает. Не, у меня ничего не падает, просто хватит все жечь. Че это такое? Муравей это фигня. Да что-то тут он нифига не. Не, типа, Blade Wasp, вот это вот да. А муравей это. Еще один раб. Фак, отступай, пацаны. Вова, а ты чем занят? А у нас тут приключения во всю катушку, как тебе такое, а? При том то, что это изи. Ну блин, какой есть. Там ты вообще по лаве ходишь, считай. Я могу рыболовную сеть скрафтить, я хочу по приколу это сделать. А, кстати, про инграммы-то забыли. Да, кстати, да, тут здесь новенькие они. А их тут мало на самом деле. Рыба чистая, нажимаю платформы. Ну, значит, и тековские возьмем. Тек подушка какая-то. Да. Опа. Сверло, а больше я не могу, мне не хватает. Надеюсь, улов будет немалым. А где здесь рыба вообще? Найти бы здесь рыбу еще, конечно, было бы неплохо. Это просто ки. Так нет, мне нужна рыба, мне же нужно ловить в нее рыбу, алло. Сейчас тебе папа покажет. Ну давай, папа, помогай. Че? Заговорила что-то. Ну. И кого ты там ловишь? Никого. В болоте. Там даже рыбы нет, в общем, здесь прикол. Уж хоть какую-нибудь лягушку. Неплохие, кстати, фоточки получаются на превью. Любое. Я хотя бы вот так вот один, чтобы выглядеть как дебил. Ну, конечно, вряд ли там людям понравится, сколько у меня тут FPS, но ладно. О, это паразавр, снесите. Красивый. Да, они тут все красивые, эти окрасы, это просто бомба. Как он горит-то красиво, а?
Угу. Падла. Блин, я первый раз вижу миссию в арке в натуре по-настоящему. Угу. Не кажется ли там что-то светит? Чё, Вов, получилось это найти? Вот это грибы ядовитые, алло, пацаны. Где? Вот, видите эти жёлтые? Мы тоже не смогли найти. Я вижу к муравей. Да, видим. Опять летит, а во мне даже сражаться нечем, чё-то ну-ка. Чё-то я не сражаюсь даже. Беги! Бегу как турист. Ты собака. У меня муравьёв. Суки. Так, а чё ты их факелом-то жёшь, лол? Ты ё-моё. У нас осталось, ребятки, 300 метров. Да, пацаны, давайте. Давай. Сделаем это вместе. Пошёл нафиг от моего Сталина. Опа, вон птер летает. Подождите, давайте, давайте немного перекусим. Давайте спальники хотя бы сделаем, если можно. Да, кстати. А у нас нет кожи. Ну, по крайней мере, мы можем достать кожу, да? Ведь? А я могу сделать один. Жарим мясо. О, лягушка. Давайте лягушку забьем. Давай. Какого она уровня? 50-я пойдет, я знаю. Лови. Фак, я ее не... Это так со стороны выглядит, вы видели? Гори, падла. Это омега прочная лягушка, я об нее все копье сломал. Бедная жопа. Тебе кожу дали за нее? Да, только 10, потому что мы ее так... О нет, Blade Wasp, я не пойду сюда, нахрен они мне нужны. Ой. Че, уснул? Да. Тебя накормить, Стимбери? Накорми. Ну-ка, давайте тест. Посмотрите вон на того птера, который там летает. У вас тоже же его фиговая анимация? Нет, нормально. Нормально. Везет. О, пацаны, тут мясо появилось. Вот здесь рыбу можно ловить по-любому. Здесь чуть пахает. Сколько здесь рыбы? Здесь нет рыбы, дурак. А что это такое? Это бульканье. Это булькает, видишь? Это пузырьки. Да нехорошо. Согласен. Ну хотя да, чё, это че удивляюсь, у самого вон 15 FPS. Так, эти ребята мне вообще никак не нравятся. Ну вот, а, я знаю, еда, что... кушайте. Всё. Пойду добуду чуть-чуть дерева. Сейчас. А так. Мы кровать можем сделать? Мы можем сделать... Ну, мы можем сделать кровать, но нам нужен на этот фундамент. А в натуре давайте кровать слишком сделаем, чтобы... Похоже, давайте... Давайте Вову призовем. О, паразавр, отлично. Я сейчас фундамент сделаю. Почему бы и не призвать вот Вову? Тихо. Фак. Мы тебя призывать будем. Куда? На меня, Блейдвост. Не знаем куда, но мы уже стали какую-то миссию выполнять и тебя с собой хотим что? Взять. Ребят, муравьи, большие. Да, Блейдвост, отбивайся от них факелом. Фигач факелом. У меня его нет. Горите, собаки. Ай, не, не хотят. А, они факел сломали. Умрите. А, факел. Их вообще реально убить? Конечно. Ваш соплеменник убил. Мы их грохнули, отлично. Вот так. Видите, какие они мерзкие, я же вам говорил. Все. Блин, еще бы тут PvP было, какой тут в пень. Вот PvP. Ты не мрази. Шо, где тут зверь? Кто? Карнотавр? Да. Да вот я хз на самом деле. Да за камнем там стоит. А что у нас там по месту? А, кстати говоря, наведитесь на свою Хелену, и там будет функция «Привет». Нажмите на нее. И чё? Ну, убегай, она, да? Она периодически обновляется, и из-за этого вы получаете просто бесплатные шестигранники. А-а-а. И куда они начисляются в нее? Обмен шестигранники, и там увидишь меню, в котором, собственно, надо обменять. А, вот, да. Туда разного рода ресурсы можно обменивать эти самые шестигранники. Офигеть, вот тебе и магазин. Арка. И вот это вот, видите, вот эти вот ступень 1, ступень 2, ступень 3, которые самые дорогие, это типа кейсов, ты их просто открываешь, и там рандомный лут всякий выпадает. Ну, ничего, так она тут жмотит ресурсами. Да вообще. Ничего не нравится?
Ничего не нравится, говорит. Конечно, мне не нравится. Он просто на серваке купил эту дешевле. За промокод. И больше получишь. А, кстати говоря, и можно тут еще настроить такую функцию, чтобы показывать границы миссии, но я не думаю, что надо, потому что выглядит это крайне странно. Просто смотрите в Discord, как это выглядит, и вы поймете, что это не стоит включать. Давай. О, не. Это границы всех миссий показывают. А, стоп, вот это вот розовая фигня, что ли? Это границы миссии, да. А, я просто с ними играю. Ага, понял тебя, прикольно. Сейчас это отключу, без понял. Без них красиво. А где она отключается, протокол? Смотри, наводишься на Хелену, параметры HLNA и показать миссии, скрыть миссии границ арены. Скрыл, это Раптор идет. Демон! Давай, забалась его. Я пока со стаей подерусь, она что-то сюда летит. Блин, стая, Раптор, ваш соплеменник был убит. Ну как раз кровать. Блин, факел. О, Вовка появился. Убивайся от них. Все. Фу. Так, Вова, здорово. А, кстати говоря, смотрите, наведитесь на вот это хранилище. Видите, тут написано X-Raptor. X-существа — это специальные вот особенные существа с особенной раскраской, которые обитают только здесь, и они имеют увеличенные статы. Не очень сильно прям увидеть. Их притомить, что ли, можно? Там он опять стая летит сзади. Да вы рофлите. Да пойдемте уже. Да. Да не, а Вова-то миссию не активировал. Так он пойдет с нами, алло. Какое ему дело? А ему надо миссию сделать, чтобы он ее видел. Нет, это отслеживание имеется в виду миссии. Вов, это, если что. Мы все миссию единочно брали ведь ее. Так нет, мы. Там на 5 человек она. Ну пойдемся. Ну ладно, Вов, иди с нами. Делать тебе больше ничего. Наконец-то мы дошли до сюда. Хотя да. А, Вов, ты видишь эту штуку? Да. Окей, нажать на нее надо. Во. О, ничего себе. И что сейчас делать надо будет? Ждем. Сейчас миссия начнется. Прикольно. Сейчас надо будет бежать, да? Да. О! О! Поскакали. На капразухах. Ничего себе. На старт! Внимание! Марш! Фальстарт. Фальстарт, да. Ух! Ничего себе. Разбиться можно. Нельзя. Что это? У меня... Сейчас мой ноутбук просто офигевает от всего. Ему плохо стало. Жабы, гребаные жабы мешаются мне. Это что-то я явно отстаю. Они читерят просто. Я в Бариониксе застрял. Серьезно. Сука. Блин, тут что-то это с этими текстурами, конечно, неудобно поворачивать как-то. Застреваешь, ой. Ты не чисто, ты не то что застреваешь, ты телепортируешься в них. А, саркозух, образух, вы все мешаетесь. Уйдите. Я застрял. Сейчас я попробую догнать, вроде научился водить немножко. Блин, врезался в какую-то штуку. Да-да, жизнь. Блин, это что-то больно жесткое. А чё вот капразух-то не прыгает, кстати? А потому что он не может в этом режиме прыгать. Блин. А прикинь бы, он прыгнул бы и чуть-чуть прилетел. Ты бы за километр тупо улетал, ула. Тут еще на рекорд, ё-моё. Ну, если чё, сорян. Выжми всё, что можешь. Просто мне что-то не очень. Как же много тут колец. Как же много тут всего. Ё-моё. Я тупо бегу по местности, как дикий о, человек. Мне сказали, что я третий. А, я через это не прошел, ё-моё. Чё, Вов, как тебе? Меня саркозухи напали. А, уйдите. Чё-то какая-то дичь, да? Я в шагу выживший. Ух, нифига я здесь. Я не сбавляю темп.
Это, я, знаете, это какая-то карта развлекаловка. Тут PvP вообще... просто нельзя включать. Блин, вылетел за это. Если ты вылетаешь, загоняешь всю карту, тебя возвращают обратно. Меня не возвращают. Ну, типа, если ты слишком далеко вылетаешь. Вот это тебе Need for Speed. Только который... Да ты молодец, а у кого там это, видях поменьше немножко. Теперь ждем вас. Давай. Блин, да тут столько всего лишнего второе оставлено. Второе место. О, я еще и второй прибежал. Хорош. О, где? А, вон меня. Ну, все, телепортировали тебя обратно. Так, мне дали что-нибудь? Нет, еще не закончилась миссия. Другие же игроки не пришли. Да я стараюсь. Тебя уже грызут вовсю, да? Там кого? Минута вообще на все это осталось вам. А-а-а. Можно посмотреть это. Ну я вроде пока привык. Вроде уже научился поворачивать нормально. И тут такие же будут, только на мантах в воде. Ой. О, третье место. Кто? Володя. Давай, Володя. А я четвертый, да? Ты красавчик. Давай, тигр. Последний остался. Победа. 2106 игранников. Сколько? 2100. Ты должно быть много. Кто бьет? А кто нас бьет? А, эти. Твари. Так, как посмотреть еще раз? Теперь просто смотришь в HLNA, там будет... А, вот, да, 2400. О, ты тоже это получил. У меня 2400. Добрый день! Мы выполнили одну миссию из 40 на этом болоте. И что, еще раз сюда, что ли? И, честно говоря, я пошел, потому что уже поздно. Ну, как знаешь. Ну, я, короче, я не знаю, мне что делать, мне здесь прям лечь? А хотя чё, у меня ничего ценного нет, поэтому забирайте все, что хотите. Как, кстати, это... Чё? А как отсюда возвращаться? Как мы домой вернемся? А вот этого я сам, на самом деле, не знаю, но, типа, насколько я знаю, должен быть какое-то место, должно быть какое-то место, которое позволит тебе вернуться обратно. Ну, мы пока не найдем этого места. Алло, ё-моё, миссия, пацаны. Посмотрите инвентарь. Посмотрите инвентарь, там путешественный сервер, тут существует. Это, короче, как передача. А, вот. Это другой разговор. Угу. Можем идти турели делать. Да, кстати, я тоже об этом подумал. Так что, мы возвращаемся домой или как? Может, еще гоночку. Не, мне что-то не зашла вот эта гонка. Ну, прикольно, как по мне, на самом деле. Блин. Прикольно, но такое. А кто активировал? Я. Мы не улетаем, если что, а ты миссию активировал. Походу мы сейчас все пойдем на 5-9. Ну да. В принципе, за это в любом случае дадут 6 игранники. Ну да, он миссию включил. Видать, Вове зашло. Да прикольно. Ну мне тоже зашло, но... Немного сложно, согласен. Да. Это тебе не на машинах кататься. Этот, блин, капразухи. Ай, ты меня подрезал. Ты второй, не сдавайся. Да куда я? Вот, чё тут капра... вот этот барик делает вот в натуре? Блин, я вообще кольцо пропустил. А, я вылетел чуть-чуть. У меня уже это, какой-то вкус появился. Да вообще. Что-то хочется нормально погнать. На второй-то раз. О, аномалия, лол. Я аномалию нашел, пацаны. Mm-hmm. Ну, наверное, не время я останавливаюсь и сканирую все, правильно? Тут еще аномалии, как в сталкере, да? Нет, тут это просто баги. Это сингулярная. Вот, ой, вот, а симулятор. Тут специально живка прям на проходе стоит, да? Да, конечно. И ты в ней застреваешь. Поэтому надо еще и резко обходить эту живку. Блин, я попал в какой-то газ. Да, блин, как он вообще багается во всех этих текстурах? Это прям вообще жесть. Да что-то переборщили они с багами. Блин. Это просто кошмар.
А? Гонщик нелегальный. Тут хоть сбавлять на ускорение нормально можно. Вот я перелетел кольцо, да? Это нормально? Надо обратно возвращаться, чтобы подобрать. Круто. Кого-то обогнал. Она, конечно, нормально мотивирует, но мою видеокарту она не так сильно мотивирует. О, еще кого-то обогнал. Озвучка топ от Вовы. Ты третий, нажми! Знаешь, в чем прикол? Тут даже если в камни не залетаешь, ты все равно в них залетишь. Ну, да. Оно телепортирует тебя сюда. Типа, знаете, это вот, это вот живое соревнование, у кого лучше ПК. Да, да. Прям живое. Есть менее требовательные соревнования, типа додо баскетбола или защиты от огромного количества насекомых и тому подобного. Не меняем свои традиции, да? Да, ты я первый, ты второй. Сейчас, походу, будет третий, и Сталин, как всегда, последний. Я в камнях запаковался. О, Иосиф, вы что? Вы царь? Вы на третьем месте. Обогнал. Обогнал 1060. Свои 950. Живое доказательство, то, что это возможно. Я, кстати, голодный ехал. Так, ну а что теперь-то? Мы возвращаемся обратно или как? Ну, по идее, да. Дождем баллон. Сейчас. Ну это понятно, да. Мы в любом случае не можем использовать этот центр, пока не закончится гонка, потому что мы ничего не получим за это. Ну вообще, система прикольно сделана. Да, весело, соглашусь. Даже слишком. Тут PvP нельзя включать, эта карта не для PvP. Согласен, кстати, тут. Она вообще не для PvP. У тебя есть всего лишь 18 секунд, давай. У меня даже, кстати, в голове не складывается, лети! Как тут базу можно строить. Лети на вершине таблицы лидеров! Так как ты летаем. Сколько? Это было быстро, вы? За это, типа, теперь дают меньше шестиугольников, потому что это уже другое здесь много. Мы, типа, выполнили миссию, за это нам... Надеюсь, тебе понравился данный ролик. Поддержи его лайком, если не трудно. Подписывайся на канал. Ну что ж, всем удачи и всем пока.